Да. Вот вчера все ваши лица сказали, молодцы, красавцы. Дайте наклеечку. Не, наклеечки не раздаем. Блин, ну хоть это, прилепите на окошко и сфотографируйте, я не против. На самом деле, ладно, шучу, я поехал. Всего доброго, спасибо. День добрый, федерация, да, стоп-кап. Ребята, молодцы, бесспорно, чай не дадим, не едем. Прям за, мы очень благодарны, что вторым рядом прям под проводами не стояли, ребят, пожалуйста. Там дальше есть место, можете найти, попробуйте. Здравствуйте, девушка, федеральный проект стоп-кап. Вы припаркованы вторым рядом в троллейбусе. Здесь, видите, пробка собралась уже. Стоит, кто ждет, и целый, как троллейбусы проехать по-вашему? Он же по вам не сможет проехать, правильно? Доброй ночи, федеральный проект «Стоп-хам». Вы не уговорили бы отъехать? Сейчас, Анечка, садится. Сейчас, 2 минуты, ребят, можно? Две минуты, можно? Чуть-чуть, я понял, да, без вопросов. Вперед, отгони, сейчас они выходят. Они оденешь, сейчас выходят. Вперед, да, давай. Спасибо вам. Спасибо вам. Да это не сама, не реклама человека делает. Просто так вы уедете? Нет, вы уедете? Ну, сейчас, я клею. А вы припарковали? Федеральный проект «Стоп-хам». Не могли бы, пожалуйста, с третьего ряда машину купить? А ты кто такой? Я? Да, ты уполномочен, там работаешь где-то в органах, ты там... Нет. Милиционер. Я человек простой. Ты человек, да, я тебе за тебя рад. А если как я уеду, и меня зарплата решат, ты за меня заплатишь зарплату за моего начальника? Да. Ты «Стоп-хам», бля? Заплатишь? Должны лишить зарплаты. Ну вот я отъехал, мне сказали здесь стоять. Но это третий ряд. Да ему... Все, я с вами надо разговаривать. Я тебя услышу? Да, но вы уберете свою машину? Все, будь здоров. Вы уберете машинку, либо вы будете наклеить наклейку. Да, а если я тебе наклею наклейку? Тебе не эти твои акламоны никто тебе не поможет. Подлей вам наклейку тогда. А я тебе бью и дальше что? Ты вызываешь милицию? А ты что лезешь? Иди худи, Том. И клей, я отъеду сейчас. Давайте отъезжайте. А ты иди худи. Так сложно быть культурным. Да. Доброй ночи, федеральный проект «Стоп-хам». Не могли бы, пожалуйста, убрать машину в парковку вторым рядом? Будем очень благодарны. Здравствуйте. Доброй ночи, федеральный проект «Стоп-хам». Не могли бы, пожалуйста, убрать машинку или вот припарковать? Я всегда мечтал вашу программу. Ну вот теперь попали. Красавчики! Наклею, подожди. Дай «Стоп-хам», дай его. По-братски, дай я наклею. А почему не клеите? Да потому что люди просто... Я не снимаю, но надо сказать ради бога. А можете машинку брать, пожалуйста? Чушь, штана! Убери машину! Свой народный час! Справа! Все, он убрал машину. Все? Да, спасибо большое. Ты скажи, что... Ну все. Это «Стоп-хам». Это наш человек. Саган, убери машину, он сейчас уберет машину. Все, давайте, спасибо, ребята. Да. Да ладно? Да. Вот вчера все ваши лица сказали, молодцы, красавцы. Дайте наклеечку. Не, наклеечки не раздаем. Блин, ну хоть это, прилепите на окошко и сфотографируйте, я не против. На самом деле, ладно, шучу, я поехал. Да. Всего доброго, спасибо.
День добрый, федерал. Да, стоп-хам. Ребят, молодцы, бесспорно, чаю. Чай не дадим, мы едем. Прям за, вы очень благодарны, что вторым рядом прям под проводами не стояли, ребят, пожалуйста. Там дальше есть место, можете найти. Попробуйте. Здравствуйте, девушка. Федеральный проект стоп-хам. Вы припаркованы вторым рядом в троллейбусе. Здесь, видите, пробка собралась уже. Стоит, кто ждет, и целый, как троллейбусы проехать по-вашему? Он же по вам не сможет проехать, правильно?